Под Минусинском в поселке Зеленый Бор выгорел склад пиломатериалов. Сгорело 5000 квадратных метров. Пожар начался с кровли и перебросился на все здание. Пламя сбивали 20 человек и 7 спецмашин. Пострадавших нет. В центре Енисейска заметили гуляющего по улицам медведя. На нем был ошейник. Хищник испугался машины и убежал. Очевидцы засняли все на видео и вызвали полицию. Руководитель организации «Поиск пропавших детей» Оксану Василишину готовят к выписке из московской больницы. Она успешно перенесла операцию по удалению опухоли кишечника. Об этом красноярка рассказала у себя в Фейсбуке. Клещи стали реже кусать красноярцев, но расслабляться не стоит, говорят в Роспотребнадзоре. Высокая активность клещевого энцефалита до сих пор сохраняется в 50 районах края. За прошедшую неделю к врачам обратились больше 1000 жителей региона, из них 200 детей. Это на 33% меньше, чем за предыдущую неделю. 35-летний браконьер из Шарыпова ловил на местном водохранилище карасей сетью прямо во время нереста. У ранее судимого рыбака изъяли надувную лодку и снасти. Мужчина выбрал неудачное время для улова. Ему грозит уголовная ответственность.